Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. Тема нашего расклада: какого мужчину ведет к вам судьба и зачем, какая цель его появиться в вашей жизни. Итак, мои дорогие, у нас один вариант. Если вы слышите, что информация о вас, значит, это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Ищите четкую резонанцию с собой, зажгите некую ментальную свечу, чтобы вас и ваш единственный любимый мужчина поскорее пришел в вашу жизнь и осветил ее своей любовью к вам. Итак, мои дорогие, ваше состояние на сегодняшний день. Вы очень гармонично развитый человек. Вот, и я бы сказала, что ваше душевное и ваше внешнее состояние, оно находится в некой гармонии. Вы прекрасно выглядите, вы хороша собой, но присутствует некая нестача какой-то энергии. Я бы связала это с тем, что вам не хватает реальной помощи. Угу. Вам не хватает поддержки. Возможно, поддержки от семьи. Здесь очень вероятно может проиграться такая ситуация, когда все какие-то неприятности семейные ложатся на ваши плечи. Например, кто-то заболел, вы об этом заботитесь. Или какие-то проблемы, вы как-то должны их решить. Вы как-то решаете все. И естественно, что в конце концов вы оказываетесь виноваты во всех проблемах и во всех несгодах. Грубо говоря, кто отказал, о том забыли, тот, знаете, остался хорошим, а вот вы, тот человек, который действительно старался, который действительно какое-то проявлял участие, в конце концов еще оказывается виноватым, и в него, грубо говоря, еще, знаете, как все палки, и во всем ты виноват. Хотелось бы помощи от каких-то своих близких, возможно, людей. Вы неким образом страдаете от того, что вы помогаете, что вы идете навстречу, что вы как-то сочувствуете. Надо, не надо, заслужил этот человек или нет, вам как-то вы сожалеете, вы жалуете этих людей и идете на помощь им. Идете им на помощь. Но не всегда эти люди эту вашу помощь оценивают как с благодарностью, знаете, как-то оценивают с благодарностью. В очередной раз еще она должна. Она ведь помогала тебе. Почему она не может помочь еще и мне? Вот как-то, знаете, ощущение, как всем должна. Все как-то на одну кучу все сваливают. Ну, вот так вот. Давайте посмотрим больше. Но здесь, знаете, буквально не хватает уже какой-то помощи, какого-то понимания, возможно, от близких. Вашу помощь принимают как, знаете, как само собой. Так надо, так должно быть. Какой-то, знаете, не хватает некой благодарности, некой отдачи за вашу помощь, за то, что вы помогаете. Ну, давайте посмотрим вас больше. Ваше состояние. Боже, так хочется, знаете, вот этого какого-то счастливого случая, чтобы где-то на вашем жизненном пути встретился именно тот человек, которым вы смогли бы создать какую-то достойную пару, иметь некую опору, иметь некую защиту, иметь человека, с которым ты будешь, знаете, как в одной команде, вместе, в любви, в благополучии каком-то. Ну, покажи мне еще, да. Желание помощи здесь, желание шанса какого-то на любовь, проявить себя женщиной любимой, раскрыть себя как женщина. Потому что, знаете, здесь какая-то идет такая энергия, как ты что-то кому-то должен все время, ты как-то что-то в каких-то делах, каких-то заботах, вот какая-то, знаете, семья, семейные проблемы, возможно, какая-то вот бытовуха. А хочется какого-то чего-то яркого, чтобы кто-то привнес в твою жизнь любовь. Чтобы кто-то привнес в твою жизнь нечто, знать какие-то прекрасные чувства, прекрасные мысли. Открыться как женщина, знаете, как вспорхнуть, расправить крылья. Показать, что ты
такая вот, что ты достойна любви, внимания, заботы, прикосновений, прекрасных чувств. Вот эта женщина, она внутри вот такая, наполнена любви, наполнена какого-то счастья. Но почему-то сейчас я вижу, что какие-то вот бытовые проблемы, заботы, возможно, нехватка каких-то денег, возможно, так кто-то приболел. Но я вижу, что это связано именно с семьей, и эти проблемы, они просто, знаете, нескончаемые. И сколько бы ты ни вливал туда энергии, какого-то вот результата, но его не видно. А хочется, чтобы оценили именно тебя, какая-то привнеслась в твою жизнь некая искорка, чтобы кто-то пришел и подарил любовь. Любовь не дают, любовь не отдают, любовь не покупают и не продают, любовь только дарят. И вот здесь так хочется, чтобы кто-то подарил любовь, а я здесь, я полна этих чувств, только прикоснись, и я откроюсь тебе, и удивлю тебя своим глубоким и прекрасным внутренним миром. Ну хорошо, давайте посмотрим, какой же человек придет прикоснуться к вашей душе. Давайте посмотрим. Какого мужчину ведет судьба для новых отношений? Давайте посмотрим. Покажи нам этого мужчину. Какой он? Вот, а он сразу и вышел. Очень деятельный, очень такой успешный мужчина, который может многим заниматься одновременно. Ну, припустим, он и какие-то ищет дороги, пути, которые приведут его к успеху. Этот человек, он идет к успеху. Очень способный мужчина. Вы знаете, он ищет какого-то своего пути. Ну, давайте посмотрим еще. Ну, он может работать в какой-то с какими-то финансами. Вы знаете, такой человек, он способен вообще по себе, по своей природе, он очень одарен. Он умен и может любым делом заниматься. И везде он будет преуспевать. Таких людей любят, вот когда он даже приходит где-то в компанию, куда-то работать, они быстро поднимаются под карьерной лестнице. Они симпатичны другим людям, они умеют ими... Ну, здесь буквально, знаете, как добиваться своего, манипулировать ситуацией в свою пользу. И здесь этот мужчина, но здесь я бы сказала, что он занимается какой-то торговлей, купить-продать, какие-то решает дела, имеет очень такой острый характер, он знает, чего он хочет, и он этого добивается, не уступает, нет в нем каких-то слабостей, он очень такой сильный, он в некой степени ограждает себя и идет, он как-то, знаете, и интуиция у него развита, потому что он как-то, знаете, прислушивается к своему внутреннему. Есть у него какая-то чуйка какая-то, что он как-то умеет обойти острые углы. Я не скажу, что у него все очень хорошо. Работа у него может быть связана с неким риском. Он может быть, знаете, как все время ему надо быть начеку. Вот такое вот состояние. Но я сказала бы, что он... Ну, именно вот как-то купить-продать идет. Ну, покажи нам больше. Я скажу сразу, мужчина свободен. Мужчина свободен, может быть такое, знаете, мужчина ростом выше среднего, хорошего телосложения, нет у него лишнего веса. Я бы даже сказала в этом случае, что у него нет вредных таких привычек. Да, он может выпить где-то с друзьями при каком-то празднике, но это не является какой-то его зависимостью. Этот мужчина очень вероятно может даже не курить. Может заниматься спортом и вообще следить за своим здоровьем. Как-то он, возможно, любит скорость, может быть, каком-то движении, какие-то автомобили, мотоциклы. Вот он такой, знаете, по энергии своей быстрый мужчина. И он любит скорость, какое-то движение. Он, знаете, как... Я бы сказала, что ему не нравится, когда у него опьяненный ум.
что вот как-то чем-то, вот, ну вот там, например, алкоголем, вот ему не нравится свое состояние, когда у него как-то чем-то затуманено сознание. Он как-то вот именно работает головой. Это его, знаете, рабочий инструмент. Не, я бы сказала, что вряд ли этот мужчина работает сильно физически. Он и может в силу неких обстоятельств работать там, скажем, ну, жизнь такая, да, заставила как-то он, но все равно он ищет путь, чтобы как-то облегчить физический труд. Все-таки он такой больше работает головой, как заработать, как достать, как знаете, обогатиться и чего-то достигнуть вообще в жизни. Очень такой целеустремленный мужчина. Но может быть острова, знаете, на язык. Нетерпим к другим, людям, и как-то он выражает, если человек ему не нравится, он может очень, знаете, так, даже в некой степени некрасиво с ним разговаривать. Вот он как-то вот нетерпим все-таки, не нравится человек, все, я не могу с ним общаться, и все. Как-то он так ищет полезных связей, ищет полезных знакомств. Ну хорошо, покажи нам больше. Покажи нам больше этого мужчину. Интересно нам посмотреть. Вот такой, вы знаете, все идет какое-то движение. Движение, движение, работа, дела. Вот он такой очень активный. Он противостоит, знаете, каким-то своим проблемам. И я не скажу, что этот человек очень, знаете, такой вот там... Мама купила квартиру, родители обеспечили, все. Он не имеет каких-то целей. Нет, наоборот. У него очень большие цели в жизни, и он как идет против ветра. Возможно, есть некая конкуренция, некое противостояние. Он находится в некой борьбе. Здесь вы знаете, что может быть торговля, конечно, но может быть какие-то и правоохранительные органы. Потому что я вижу, что мужчина как находится все время в таком движении и в напряженном состоянии. Не выпадает кубковых карт, не выпадает никаких, знаете, женщин. Я вижу, что мужчина свободен, мужчина как-то не обременен какими-то, знаете, застоянными отношениями, какими-то незаконченными отношениями. Поэтому я скажу, что ситуация, конечно, может быть разной, но на сегодняшний день человек свободен. И человек занимается своим подъемом, своими какими-то целями, своими достижениями. Очень-очень активно он идет вперед. Много у него задач вообще по жизни. Такой активный мужчина. Ну хорошо, давайте будем смотреть. Но я скажу, что он очень вероятно имеет высшее образование. Он такой образованный, хитрый. И знает, чего он хочет вообще по жизни, идет таким размеренным и четким шагом. Ну что ж, давайте посмотрим, где вы можете познакомиться с этим человеком. Давайте посмотрим, где может произойти знакомство. Это может быть совсем случайная встреча, вы знаете. Вот как весь мир обошел, а именно здесь тебя нашел. Это может быть встреча. Если вы куда-то собираетесь, даже, например, ну, я приблизительно на море. Вы собрались на море, приехали там за 3-9 земель. Приехали на море, и оказывается, что вы из одного города познакомились где-то на пляже, а вы из одного города. Здесь, знаете, очень может быть и интернет какое-то знакомство, очень большая вероятность. Но и может произойти это совсем такая случайная встреча, когда событие жизни вас сталкивает. Ну, давайте посмотрим, как может произойти встреча. Как может произойти встреча? Здесь идет проявление мужчины, и проявление сразу первое, очень такое красивое, хорошее проявление. Вы знаете, очень такие позитивные карты идут, и человек проявляется с любовью, вы ему очень нравитесь. Он видит вас, женщину, для серьезных отношений. Именно тот человек, который поможет ему, знаете, создать именно тот мир, который он хочет создать. Вы подходящая пара для него. Вы знаете, что я скажу? Здесь может проиграться, что вы можете быть где-то одного возраста.
Возможно, этот мужчина может быть даже немножечко моложе вас. Но сказать, чтобы вот он старше сильно, нет, я не вижу. Я бы быстрее сказала, что он может быть немножечко моложе вас, но этот, несмотря на это, я не хочу, чтобы вы думали, что вот он моложе, что я с ним. Это очень действенный мужчина. На него можно положиться. Он строит некое будущее. Настроен он, если он уже будет вступать в отношения, он настроен на серьезные отношения. Как сказать, мужчины, они редко настроены сразу на серьезные отношения. Вот все мы, женщины, знаем, что мужчины, они как-то идут сначала за зовом своим телесным. За зовом своим, возможно, душевным, но размышлять, что вот, все ищу для женитьбы, ну, такое очень редко бывает. Но в этом случае я вам что скажу? Я вижу, что человек в вас увидит женщину, с которой он может строить дальше мир свой, которая подходит ему, с которой он видит некое будущее свое. И да, конечно, это не при первой встрече. Это будет осознание во время вашего общения. Вы знаете, так серьезно произведете впечатление на этого мужчину. Очень серьезное впечатление. Ну вот случайная встреча может быть при какой-то прогулке на свежем воздухе. Очень может быть. Встреча у воды, возможно. Если у вас нет возможности, вы никуда не уезжаете и вот отвергаете всяческие интернет-знакомства, давайте посмотрим, как может произойти встреча в таком случае. А вы знаете, вы ее не избежите, эта встреча, она просто должна быть. Вот такой шанс даст судьба, и вы все равно встретитесь с этим человеком. Но знаете, как бы колесо ни крутилось, там, где надо, оно и остановится. Мужчина, знаете, ну, он выпадает таким, ну, вот на сегодняшний день абсолютно свободным. И как-то я бы сказала, что между вами не будет какого-то препятствия. То есть и вы свободны, и он свободен. И как-то будут обстоятельства таковы, что каких-то препятствий между вами вот не будет. Вот если это колесо запустится, его остановить уже очень-очень сложно. Некий шанс для вас покончить с вашим одиночеством, развеять это одиночество. Вообще, я бы сказала, что этот человек идет в вашу жизнь развеять ваше одиночество, вашу некую тоску. Но все же, как вот мне прям идет, что как все равно жизнь даст шанс. Все равно этот человек должен прийти в твою жизнь. Как бы колесо ни крутилось, оно все равно, знаете, как придет в нужную точку. Как произойдет знакомство для человека, который не приемлет интернет-знакомство. Давайте посмотрим еще. Случайное знакомство у воды. Покажи мне. Как произойдет знакомство? Но вы очень нравитесь мужчине, вы понимаете? Он как-то все равно вас увидит. Вот как-то судьба так повернет, что он увидит. Здесь, знаете, вот, грубо говоря, он будет проезжать через ваш поселок, и у него сломается машина, но он все равно должен вас увидеть. Все равно будет случай, как-то судьба вот хочет вас свести, хочет показать вас друг другу, дабы вы обрели некое счастье совместное. Ну хорошо, давайте будем смотреть дальше. Впечатление мужчины первое о вас и ваше о нем. И как это впечатление изменится со временем. Первое впечатление мужчины о вас. Вот он вас увидел, его первое впечатление. Вы знаете, вот если это переписка, ему так хочется посмотреть на вас, ему так хочется к вам прикоснуться, очень, знаете, так вероятно. Первое впечатление о вас, неуловимая, прекрасная женщина, такая, знаете, которая,
как-то идет своим путем, не обращая на него внимания. Но здесь, знаете, буквально он может вас увидеть, когда вы просто куда-то идете. Идете, не обращая на него внимания, этот человек, он просто, знаете, как хочет вас ухватить, ухватить вот этот момент. Видение вы в его жизни или вы реально? Вы очень понравитесь мужчине. Даже тогда он вас увидит, когда вы его еще не видите, но он уже видит вас. Ну покажи впечатление первое об этой женщине. Вы знаете, такое истина некая, истинное. Вы знаете, как-то он захочет очень вас привлечь. Вот первое впечатление, такая женщина интересная, хотелось бы с ней кофе выпить там или каких-то прохладительных напитков, провести с ней время. Вот поистине вы заинтересуете его. Я не скажу, что это прям любовь-любовь, потому что вот как-то он почувствует, что его тянет к вам. Но вот такой, знаете, нескрываемый интерес, вот такая вот интересная очень женщина, очень вы ему понравитесь внешне, ему захочется пообщаться с вами, узнать вас больше, а возможно это именно вы, а возможно это именно та женщина, которая и развеет мое какое-то одинокое состояние. Здесь, знаете, может произойти такая встреча, что этот человек где-то на улице спросит вас дорогу или спросит вас, что-то он будет искать, он вас заденет, он вас спросит, и как-то вы покажетесь ему такой интересной, такой женщиной, которую хочется ухватить как бабочку. Ну что ж, давайте посмотрим, как он вам, первая ваша встреча, как вам этот мужчина. Как вам этот мужчина? Я иду, вся такая Дольче Габбана, знаете, занимаюсь своими делами. А тут ни оттуда, ни отсюда, вот знаете, в мою сторону какая-то летит стрела. Летит, как летят какие-то слова. Кто-то окликает, знаете, я себе занимаюсь своими делами, кто-то меня как-то... Ну, здесь буквально, знаете, как зовет. Окликает, что-то спрашивает, какая-то неожиданность. Неожиданной будет эта встреча для вас. Вы как оглянетесь и встретитесь глазами. Ну и это какая-то точка, которая переворачивает весь мир. Ну что ж, покажи. Да, вы знаете, такая... Если это приглашение будет, вы согласитесь. Вот здесь, знаете, как идет такая ситуация, приглашение на кофе, приглашение на какое-то выпить что-то, какой-то разговор завяжется. Это будет для вас большой неожиданностью. Это будет как-то, ну вот, неожиданно в вашей жизни. Ну хорошо, какое впечатление? Я скажу, что он вам понравится, и вы захотите продолжить с ним общение, с этим мужчиной. Как-то он вас заинтересует. Но однозначно первая встреча будет для вас большой неожиданностью. Даже я бы сказала, откуда ты взялся такой? Где ты взялся здесь? Там примерно вы живете где-то в каком-то поселке, где все знают, знаете, каждая собака знает другую. А здесь, знаете, какой-то незнакомый мужчина что-то окликает, что-то спрашивает. И такое впечатление, откуда ты взялся здесь? Откуда ты здесь появился такой? Ну что ж, давайте посмотрим, как же вы раскроетесь друг перед другом. Какой вы пристанете в глазах этого человека со временем? Вот так вот, мои дорогие. Туз воды и колесница. Ну, я бы сказала, что очень быстро в его сердце появится любовь к вам. Вот вы откроетесь именно той женщиной, которая ему нужна. Вот вы знаете, первое такое впечатление, но идет себе девушка, ветром развивает юбку, бабочки вокруг нее летают. И такая резкая, знаете, как перемена, что вот такая любимая, такая нежная, такая единственная.
И колесница говорит о том, что эти чувства, они будут врываться просто в его жизнь и в его сознание. Ну давайте посмотрим, как он изменится перед вашими глазами, как этот мужчина изменится в ваших глазах. Потому что я вижу, что как-то вот неожиданно он возникнет на вашем горизонте. Вот так. Туз воды, туз огня. Ну что здесь можно сказать? Ну давайте. Ага. И еще давай императора возьмем. Ну, классно, вы знаете, да. Да, вы знаете, что и в ваших глазах он очень изменится. Такая страсть, такой огонь, такой мужчина интересный. Интересный. Он откроется вам тоже как человек, который заслуживает некого места в вашей жизни. Человек, которого хочется даже и слушаться, которого хочется как-то и быть за его спиной, я бы сказала. Ну да, он вам очень понравится. Очень. Вы ему и он. Вот смотрите, какие интересные карты выпали. Вы выпали и ему как туз и старший аркан. И он вам выпал как туз и старший аркан. Ну что ж, идем дальше. Очень интересно. Давайте посмотрим, как будут развиваться вообще события между вами, отношения между вами. Давайте посмотрим, зачем судьба ведет его к вам. Да, давайте посмотрим. Какая его задача в вашей жизни? Зачем он придет в вашу жизнь? Зачем ты идешь в жизнь этой женщины? Зачем идешь в жизнь этой женщины? Знаете, он как-то вот исправляет какую-то ситуацию в вашей жизни для каких-то вот таких искренних чувств идет показать какую-то новую дорогу вам. Я бы сказала, что этот человек идет изменить состояние одиночества. Вы знаете, что да, вот именно идет с любовью в вашу жизнь. Показать вам что-то большее, что-то лучшее, идет для некой помощи вам. И как-то вот одиночество ваше разрушить, нарушить, развеять некое одиночество, ворваться в вашу жизнь с такой любовью. Зачем ты идешь в жизнь этой женщины? Покажи нам. Вот вы знаете, есть какие-то обиды в вас. Как-то вот он идет как-то все изменить, открыть мир. Знаете, что этот человек вас может забрать вот с того места, где вы находитесь сейчас. Вот смотрите. Вы, возможно, сейчас не очень такой веселой ситуации. И этот человек, он просто идет как исправлять какие-то неудачные моменты жизни, я бы даже сказала. Он идет помочь. Поистину проявиться к вам с любовью и изменить, развеять, разрушить ваше одиночество. Чтобы вы ушли от каких-то своих проблем, он идет как-то менять свою жизнь. Я бы сказала, что здесь буквально идет человек для того, чтобы выдернуть вас из того мира, в котором вы находитесь сейчас. Подарить вам какие-то шансы, возможности принести в вашу жизнь большую любовь. Этот человек, он идет прям как судьба, знаете, ведет его с четкой намеченной целью. И цель его какая-то, знаете, очень такая глобальная. Но я вам скажу, что этот человек четко идет менять жизнь вам. Готовы вы к этому, не готовы вы к этому. Вот перемены будут, перемены идут. Как-то вот надо отбросить, отойти от своего прошлого и чем-то пожертвовать. И все-таки, знаете, этот человек будет вас тянуть за собой, будет вас звать за собой, чтобы подарить вам целый мир, чтобы дать вам какие-то новые шансы и подарить вам любовь. Ведет его жизнь, судьба к вам, чтобы подарить вам шанс на большую любовь. На любовь, которая вот один человек в мире может подарить такую любовь. И вот этот человек, он идет в вашу жизнь. Ну что ж, давайте посмотрим, как будут развиваться события, как будут развиваться отношения, потому что я вижу, что вначале будут
какие-то моменты. Возможно, вы, знаете, как не сразу сможете соединиться с этим человеком. Будет какой-то момент, вам тяжело отбросить, отойти от той жизни, которая есть у вас сейчас. Возможно, вас что-то держит. Но я вам скажу по этим картам. Вот кажется, да? Вот я пожертвую, я за ним поеду. А что он? А он дарит новую жизнь. А он дарит новые возможности, какие-то новые горизонты открывает перед вами. Стоит ли бояться идти за этим человеком? Нет, девочки, не бойтесь ничего. Я вижу, что вам тяжело как-то оторваться от того места, где вы находитесь. Возможно, какие-то обстоятельства, возможно, что... Но здесь идет, знаете, такая картина, что, возможно, вам и стоит это все оставить. И возвращаться туда просто, знаете, как навестить. А самой идти дальше, идти в новую жизнь, идти и искать что-то лучшее, что-то прекрасное. И если жизнь дает такую возможность, за нее надо хвататься. За нее надо хвататься и надо идти. То, что у вас уже сейчас есть, оно никуда не убежит, оно уже есть. Ну что ж, давайте посмотрим, как будут развиваться события. Я вижу, что вы будете в каких-то сомнениях в начале, девочки. Вот по правосудию, вы знаете, что этот мужчина, он может, он как вот идет по судьбе, знаете, как дали вопрос, так карты отвечают. Вот по правосудию, вот, наверное, заслужили вы на этого человека. Возможно, вот я вижу, что будут у вас какие-то сомнения, будут моменты. Этот человек может вам вас звать за собой. Может вас звать за собой, и вам надо будет что-то обрубить, что-то отрезать из своей жизни, забыть о чем-то. И не сожалейте, не сожалейте, потому что впереди только лучшие, только вот туз чаш, понимаете? И вы к этому тузу придете только в том случае, когда вы отрежете, отбросите свое прошлое и без сожаления будете идти за этим человеком. Только рискуя. Только, возможно, что-то теряя, мы можем что-то приобрести, что-то получить, какие-то, знаете, вот именно те животворящую ту росу, которую дает нам жизнь. Только в таком случае. Только в случае, если вы по справедливости посмотрите, вот как суждено, посмотрите. Как суждено быть любимой, быть счастливой, но для этого надо вот по правосудию рассудить, чего вы достойны, чего вы хотите. Не слушайте никого, что вас кто-то или что-то держит. Это все, знаете, как оно упорхнет, улетит, а вы останетесь на месте. Такого шанса, знаете, может уже и не случиться. Потому свои мысли печальные отбрасывайте и идите вперед, отрезайте свои прошлые, идите вперед, идите к любви, идите к тому, что суждено, что на пути вашем жизненном стоит. Я скажу, что отношения будут очень хорошо развиваться. Этот человек действительно идет с хорошими, красивыми чувствами. Не обращайте внимания, возможно, он будет моложе. Не обращайте на это внимания, ловите свою удачу, позвольте себе быть счастливой, потому что здесь прям так и идет, что вы сами себя сдерживаете, вы держитесь за что-то, возможно, что-то и действительно держит, но если вы по справедливости желаете счастья, вам надо рискнуть, вам надо что-то отбросить, отрезать, оставить его в прошлом и идти вперед, идти за своей любовью и за своей судьбой. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Любви и счастья, света и радости в ваши дома и в ваши сердца. Всего самого лучшего и до новых встреч.